Соточка Маус. Ну что, опять? 3 дроби. О-о-о. Блин, они могут и на первой линии так-то быть, да? Не, здесь на самом деле я поеду направо. Там реально, если дробин встречу, то очень мало не покажется. Слушай, есть даже план взять вот эту сборку, чтобы прокатку по бырику проехать. Как вы на это смотрите? А, ребят, как вы смотрите на данную сборочку в этом бою? Да, сотка, Маус, но это второй этап боя. Нам сначала первый нужен. Давай попробуем. Давай, первый раз сборку эту поставлю. 15к за бой, это я только 10 тысяч отобью. То есть 5к я дам и 10 тысяч отобью. Понимаешь, да, как это работает? Так, поехали, ребят. Сборка с турбиной, с экспериментальной на Т2, которая дает нам скорость и чуть-чуть стабилизации. Чуть-чуть стабилизации. Но я точно не вижу смысла здесь играть на этой турбине, потому что... Ну, вы видите, сколько закалка ХП? Она позволяет просто лица ломать. Ты выходишь в лицо и врываешь его нафиг. С корнем это лицо. Так, гриль ТВ 5-5. Ну, это логично. Это, в принципе, логично. Нет, логично. Хэвик что-то кидает, непонятно, поехал. Да и фиг с ним, пусть стоит, отдыхает. Слушай, вроде турбач поставил, по скорости вообще не чувствую его присутствия в этом бою. Там он, конечно, на Т2 левели, да, то есть не Т3. Блин, а там два минуса на первую линию поехали. Понял, с ними можно было очень хорошо в паре сыграть мне лично. Ну да. О, нифига, 780 где. Так, ну я предлагаю просто закатывать в гору и взрывать кого-нибудь. А давай поразмениваемся, что-то. А что, не стреляешь КД, что ли? Понял. ТВПшка ушла на КД, ребят, проверяй. Ленечка, жалко, не залетела. О-о-о-о-о-о, это что такое? А это что такое, ребят? А это как вообще понимать? А это... Бедный Вазик. Ля-ля-ля-ля-ля, бедолагу. О, не пробили его, кстати, смотри-ка. Бедного нашего Вазика. Охренеть, выкат в спину. Вылазка в спину чисто. Да ё-моё. Ладно. Одну. Ла, попал в люк, кстати. Но не пробил. Ну ладно. Чё, их там приняли уже, да? Одну тычку за барабан, конечно, не очень хорошо. Так, 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 так. Ну здесь очень вкусная соточка. Неужели там 780 не подставляется? Чё, прям так жестко стоит? А, Хэвик опять вышел барабекус раздать. И он раздал его. Свой барабекус. Блин, неудачно вышел. Камень уперся какой-то. Вот теперь хорошо раздали. Дружище, дай-ка закачу. Спасибо, все, играй. Я теперь больше не играю с этой позиции. Точнее... А почему не играю? Блин, да как это, вообще... Как это ТВП живая? Алло. Ребят, ну вы же с горы, там ее должны просто... Нет? Разве нет? Мне казалось, да. Я эту дробь разрядил. Боже, как он трахает! А, обидненько. Непробитие сейчас было. Так, Леончик, да, мана. Слушай, я хочу в этого Леончика просто вкатить. Они уже заманали нам тут со спины напрягать. Иди сюда, говно. Так, у тебя я видел 2. Отстрел был 3. ДПМная пошла. Таранчик. Кого? Нифига там эликсира подзалили. Спасибо огромное. Косарь эликсира от Андре. Легенда на Андре. Спасибо, Андре, огромное. Спасибо, родной. Обнял. Обнял, обнял. Эти 780-й катается, блин. Просто как у себя дома, блин. Что это такое? Так, ну ты же нет, знаешь, что я на КД, верно? И ты все равно только что взял и подставился. А где логика твоя? А логики нету. Забудьте все, что я говорил. Что такое логика? То есть чел видел, что я по нему только что стрельнул и все равно вышел. Понимаю. А
какой логике мы сейчас с вами разговариваем, если ее тут напрочь нету? То есть он, просто не мог, знаешь, что я ушел, просто не мог. Так, и вот этот маусик сохранился нам на будущее. Идеально все сделал, что не поехал на первую линию, даже несмотря на то, что там было два минотавра, в итоге все равно их там, видите, спокойно перевернули. Так что все сделал я правильно в данной ситуации, и я считаю, что вот здесь надо просто вот так вот сделать. А с горы я, кстати, здесь не упал до сих пор, да? Получить... А, это не бесконечный стан, нормально. А вот теперь бесконечный. Гандон. Так, и с одной тычкой поехать дальше. А, подожди, у них 261 переехал. Он же здесь был. Так, а сатыга где? На месте. Не, аккумули запредельные, мужики. 340 пробой с аккумуля, это, конечно, жестко. А, маус шотный, да почему? Блин, маусик, я думал, ты там, ну, хотя бы двушечка. Проверяй 200 хп. 260, блин. О, кстати, челлендж на арту же. Это у нас вроде четвертый бой. О, я погнал, блин, 400 рубчиков могу заработать. Вроде четвертый бой. Или четвертый, или пятый. Насколько я помню. Арта, 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 ребят. У нас челлендж на убийство коричневых шлюхшандр. Поздравить, так сказать, их с 8 марта. И на бутылочку присадить. Да-да-да, конечно, ты уедешь. Сука. Понял. Офигеть, вторая залетела жестко. Блин, обалдеть, у меня боекомплект кончился почти, ребят. Так, ну надеюсь, арту не подсосут мою. Артоводов вроде нету. За 780-м, чуваки. Нет, ты чего ты светишься? Нет. Ноу! Ну уйди в сейв под меня. Во-во-во-во-во, давай. 200 рубчиков едут. Чпинг! Ебуть. 200 есть. Можно и поесть. Вот, наконец-то, хороший бой, 7700 урона, мастера взяли, все как полагается. Ну, в смысле, я свечусь. А, 780-й точно, штука только убили его. Так, 200 рубчиков из чё? Умничка. Да, реально, боекомплект кончился, прикинь. 7 фрагов, ребят, выдали, 400 рубчиков заработал, ебой. Хорош. Сюда на кассу, ребят, положите. Фуф, хорошо. А логика там есть, ты ошибаешься и называешь его в смысле, я ошибаюсь, обалдеть, мы еще и проиграли эту арену. Логика в том, что он подставил днище, я дал ему непробитие, и он дальше едет вперед. Пятая была, на заставе еще. А, точно, подожди, а на заставе там арты не было. Осуждаю. 7700, вот, хорошая каточка, ребят, наконец-то, добренькая, залетает. Залетает к там на движ. 7к на Т95,6. Слышь? Офигеть, он сворвал даги. Так, и вот, хорошая катка, все, и сразу бустим на 5300. Сейчас еще одна такая же катка, и на 5500 выходим. То есть, понимаете, да, как это быстро все делается? Ну, в принципе, сборка на турбач, честно, особо ничего не почувствовал. Вроде все то же самое, один в один. Чуть помедленнее, может быть, танчик. Но передом он точно быстрее ехать у меня не стал, по ощущениям. Вот это вкусненько. Просто пятачок даем. И я со спокойной душой иду отдыхать, ребят. А вот если не даем, то иду отдыхать с неспокойной душой. То мы будем давать с неспокойной душой. Так, а куда 113-й поехал осел? А вазик осел? Понятно. Идиоты, блядь, на тяжах налево едут. Ну, серьезно. А, хэвик на кемпе, понимаю. Да, жал, карты, конечно, нету. Да, ну сейчас тут такая вонючая позиционка будет, что просто забей с этим чифтуком.
Пока летит. Благо дело, пока что-то даем. А, в перекрытие попал, прикинь, обидно. Ну ладно, двоечку закинули ему по люкам. Нормально. Да, там. А вот этого чела здесь не всковырнуть. Ну, если он сам не ошибется. А если бы у нас еще и чифтук был там. Это было бы, конечно, имбовенько. Слишком незаконно это было бы. Блин, так ему прямо в крышу давать можно, да? Когда останавливается. Да ладно, с бронебойной, да ты гонишь. С вонючей ББшки, серьезно. Да, а чифтон с голды не пробивает. Куда он хоть дал-то? Неужели в люк? Ну неужели в люк? Блин, я... В люк! В свертухе, на БЗ-75. На самом одном из худших танков 10-го левела. Понял. Но 116 F3, конечно, пос... Блин, ну здесь я сам, да, что-то я не увидел его, блин. Иди нахер. Фартовая хер. Фартовая херь. Слушай, а слабо закидывают, я смотрю тогда. Не дурненько. Че, неужели не в простреле этот чел? О, дали. Надеюсь, с дэмэджем. О, отъехал сразу. Ага. О, у тебя 5 секунд между тычка, а у меня 2. Смотри, зато слева как продавили жестенько. Надо будет сейчас в скором времени уезжать просто вот сюда вот и сверху, короче, их жестко душить. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, надо 430-го. Вообще надо лёпика подсветить, и мы с тайпом его очень жестко отстреляем, да, мужики? Во. Вот это то, что надо. Хотя на самом деле дистанция большеватая. Вот опять неправильно сделал. Повел на 430-го прицел, а лёпика не поставил в автоприцел. А я в другого попадаю, да? Наконец-то и в лёпику попал. Да вроде залетело. А куда это он собрался на 430-м? Не понимаю. Блин, они так жестко мне в этом бою все в люк попадают. Это просто капец. Везет им просто нереально. С такой дистанции еще в люк попадать. Так, ну у нас блайнда, я так понимаю, в СТБшку двоечка залетела, да? Потому что, типа, стреляли в леопарда, попадали в СТБ. Ну, в смысле, ты что так низко-то? Опять смотрю на миникарту. Ни хрена не понимаю, где танки противника. Просто непонятно. Ой, хорошо как. Ать! Союзника попало. Ничего, бывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще имба. Позалетала. Так, ребят, ну вот этого 430-го выкиньте отсюда. Я не могу с этой карты играть. Просто меня колотит просто с этой говнокарты. Алло, пацаны, ну 430-го чпокните. Ух ты, смотри, как стоит вкусно на бабахе. Очень вкусно. Высоковато. Блин, надо было подсводиться. Ой, посмотри, сколько мяса. Это все мне. Вазик, живи. Ты просто такая заноза для них. Если ты умрешь, будет фиаско. Это все мне. Надо максимум наподсасывать у них там. И здесь насосать, короче, урончика. По бакам, давай по бакам. Баки выбил, кстати. Гори, гори, ясно. Отлично. Великолепно. Че, неужели бой на 10к? Это реально может быть он. Бам! Это 6600 плюс есть блайнды. Это реально может быть 10к. У них 7700 хитпоинтов. Посмотрите, сколько жира здесь еще имеется. Это просто балдеж. Это просто балдежный балдеж. Так, я слышал ВК, КД. Что я делаю? Зачем мне ВК, если тут деточком стоит? Давай ему тоже балдежный подпальчик дадим. Отлично. Эту тычку даже не буду пытаться урон давать. БЗ, пожалуйста, отстань. Жопа. Ты полная жопа. 430-й до сих пор живой. Подождите, стоп. По ХП равно. Чего? Тайп у нас там справа не заедет ли чел? Никакой. Да ладно, он вот так вот хочет просто дать ему урон. Ты в курсе, что это хэвиком наказывается все?
А это сейчас не боеукладка ли? Неважно. А вот и... Слушай, как я не зря скатал эту катку. Балдюш. Блин, зафейлил. Ну, блин, сейчас 10к могу из-за этого не дать. А, у меня 3 пайки вообще осталось. Ой-ой-ой. Так у меня выстрелов-то нету, ребят. Но будем надеяться на те блайнды. По сетебурику. Да? Блин, надо было пробивать тогда. Ну ладно, и так бой хороший. 9-100. Блин, надо было СТ-2 пробить уже на пофиг просто. И все. И в принципе, что мне эти 80 урона? Да, ребят, хорошо, что решил еще каточку сыграть. Ну не знаю, сколько там блайндов залетело, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А, 10к, ребят. 10к есть. Что, альфа что ли пролетала? 10 042. Последняя каточка на десярик, ребят. Жесть. Нормально? Да, считаю, нормально, ребят. Нормальненько выдал. Что там, бедолаги в СТБ позалетало? Но там альфа спасла. Сколько? За 3 тычки 1200. А, нет, так это нормально. Я столько и должен давать. Ну все, ребятки. Как говорится, вы, да, но. Сюда, скриншотик сюда. А, десяточка, это, по-моему, рекорд, наверное, сейчас. Не знаю, я давал 10к на хэвике? Да, это на данный момент. Сюда. И 5400, как говорится, вынь да положь. Красота. Вот такая вот история, ребят. Сегодня у нас с хэвиком не офигенный танк. Просто, ну, на нем хочется играть. Я не понимаю тех ребят, которые реально не ставят закалку на хэвика. Зачем ему турбач? Зачем? Зачем? Он быстрый, он и так быстрый. У него хорошая уделка, у него 35-17 задний. Тут не нужен турбач. Здесь вот эта сборка, все это самая рабочая лошадка. 5400. И расходка обязательно именно на стаб. Потому что барабан быстро разъезжать получается благодаря этой расходке.